дорогие друзья, начинаем свой очередной отчет с Крымского моста. Сегодня у нас 28 августа 2018 года. Снимал я это вчера вечером между 19 и 20 часами. Температура воздуха была плюс 28, солнечно, как всегда ветерок. Ну и давайте посмотрим. Погода, в общем, хорошая. Посмотрим с вами, что у нас творится на мосту. Ну вот сейчас мы снимаем с вами с одного ракурса и смотрим на мост. Так попало вот, что на автомобильную вообще там две машины всего, и то из Крыма едут. Ну, это такое обманчивое. Они то нет-нет, то потом как хлынут целой толпой. Ну вот смотрите, из Крыма, видите, как я и говорил, началось движение из Крыма. Сейчас все люди уедут, кто школьников везет, и поедут другие уже. Ну, а мы смотрим вот на движка. Это у нас стапель морской. И видите, вот здесь четко видно, как на скульптурах стоят металлоконструкции. Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь осталось 4 пролета всего с 257 по 253 опоры. Вот 255 ригель уже в опалубке стоит, только нужно теперь бетонировать. И 254 рядом с фарватерной опорой уже первый ярус каркасов колонн забетонировали. Теперь подождут, пока бетон схватится, и будут наращивать второй ярус. Ну, а мы вот видим с вами вид таманского направления на движке. Все здесь вот немного еще не хватает, но уже прибыли на 239-ю опору металлоконструкции и крымского направления, и таманского. Во вчерашнем видео мы с вами видели, как подходила надвижка крымского направления к 239-й опоре. Там буквально сантиметры оставались. Ну, а вот уже и крымское таманское направление тоже подъехало. Ну, здесь мы с вами видим, пока изменений никаких. Вот на 275-й опоре зависли металлоконструкции. Хотя мы видим там вот 274-й, 273-й опоры уже скользуны стоят. Вот отчетливо видим, как на скользунах стоят металлоконструкции. Здесь между двумя надвижками, между криволинейной надвижкой и морской надвижкой, 9 пролетов. 9 пролетов осталось. На таманской стороне ровно 13 пролетов осталось до 252 фарватерной опоры. Здесь 9, и от морского стапеля до опор фарватерных 4. На протоке 19 пролетов еще надо устанавливать. Ну вот такую статистику я вам привел, а мы с вами смотрим очередной ракурс уже с другой стороны. А машин все нет. Ну вот едут, конечно, они, вон они. Вечерком никто на ночь глядя не хочет ехать. Такие вот местные мотаются туда-сюда. Ну, нормально, что. Так что вот такую статистику я вам привел по строительству. Спрашивают еще у меня люди, сколько машин проехало всего со дня открытия моста в обе стороны. Ну, смотрите, мост открыли 16 мая для движения. Ну, президент проехал 15, но нет, не считается. 16 мая, сегодня 28, практически прошло 100 дней. Вот посчитайте, 3 месяца и плюс там еще 10-11 дней. 100 дней вот со дня открытия моста прошло уже порядка 2 миллиона 100 тысяч машин. Где-то цифра вот в этом районе колеблется в обеих направлениях. Ну а мы смотрим с вами вот как раз теперь посмотрим опоры. Вот смотрите, все они в куче. Раз, два, три здесь. 5 опор не готовы. Это вот готово, забетонировано. Осталось подождать, пока схватится бетон на ригеле, и демонтировать. Это 270-я опора. Сверху подферменник еще не готов. А вот уже, собственно говоря, готовые. Ждут своего часа. Это у нас опоры 274, 273, 272. Уже стоят со скользунами. И вперед из песни. Здесь идет активная сборка сегментов на штапеле
Напомню вам, что между опорами вмещается 5 сегментов. Пролет состоит из 5 сегментов. Длина пролетов от 54 до 64 метров. Ну, везде по-разному. Ну, будем брать в основном 60 метров длину пролетов. Ну и вот смотрим со следующего ракурса, что машины все-таки идут. Здесь вот вроде как по оценочному мнению 50-50 и туда, и обратно. Ну и теперь мы с вами от арок пройдем в сторону Крымского берега и посмотрим до конца, что у нас творится и какие дела. Там вот мы 3 ракурса взяли, вот просили такие ракурсы почаще, потому что красиво, и я с вами вполне согласен. Пишут еще, зимой при таком подъеме будет посыпаться, фура не вытянет, какие-то 25 градусов уже тут пишут подъем. Уже устал говорить, что это сжимает оптика. Подъем очень плавный, когда едешь, практически незаметный, так что ничего страшного в этом нет. А это я снимаю там 4-5 километров до моста, и оптика сжимает это все. Вот смотрите, видите, несколько опор попадают в объектив. Вот смотрите, раз, два, три, четыре. 4 опоры, допустим, сразу попало 5, вот она, пятая, в небольшой кадр. А если учесть, что между ними по 60 метров, вот и считайте, а они в объективе, вот они, смотрите, все. Это вот посчитайте, насколько сжимает объектив видеокамеры. И точно так же там. И кажется, что такой бугор, такие горки ленинские. Так что не переживайте, друзья, кто не сведущий в этом. Все там плавненько. Особенно это видно, когда снимаешь сбоку. Ну, а мы с вами идем. Вот опять смотрим мы эту надвижку. Потому что она в выгодном ракурсе здесь единственная представлена. Морской стапель, он только с торца здесь видно. Вот он как красиво, видите, кораблик из-за мыса выходит. Это мысок Бурун, с него я тоже часто снимаю. Ну и погнали мы в сторону Крымского берега, посмотрим, какие у нас тут изменения. Ну, особых видимых изменений здесь нет, потому что уже металлоконструкции стоят. Вот здесь один пролетик. И то только потому, что, видите, тут козловой кран. И подают сегменты для стапеля. Поэтому и не замыкают. Как только закончится надвижка, сразу же займутся и здесь. А здесь традиционно поставят, соберут и поставят на опоры. Без всяких надвижек. Ну, пока вот этот проемчик тут оставляют. С этой стороны вот мы видим тут машины. Все здесь у них, видите, складирование стройматериалов, металлоконструкции здесь. Они по тоннельчику проходят, и можно выйти на ту сторону. Вот они, кстати, металлоконструкции лежат, бытовые помещения. Вон он тоннель. Вот мы сейчас к нему вернулись. А то я был уже его проскочил. Так что вот здесь глаз радуется. Одно грустное, что когда-то придется прощаться нам со строительством этого моста, потому что все в жизни подходит к своему логическому завершению. Может быть, к сожалению, а может быть и к счастью. Не знаю. Но будет грустно. По крайней мере, мне. Не знаю, как вам, дорогие друзья. Ну и вот мы подошли к цементной слободке. Здесь у нас вот на дальнем плане уже формируется железнодорожную насыпь. Видите, какой рельеф местности и сколько нужно где-то срезать, где-то подсыпать. Грунты нестабильные, приходится выбирать корыто, потом заполнять его песком, самым стабильным стройматериалом, сыпучим. Так что вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну, а я на этом заканчиваю свой очередной отчет. Я думаю, это будет очень красивое видео с такими видами. Кому понравилось, как всегда говорю, подписываемся на канал, ставим лайки. Кому не понравилось, сделаем то же самое. До новых встреч, друзья, в новых видео. До свидания.